Привет всем зрителям и слушателям канала Кахамедиа. Сегодня мы вам расскажем про большое событие в русском. Это большой марафон в честь предстоящего апдейта 3.0. Спустя несколько лет мы наконец-то увидим дворфов и битворожденных в Аркейдж. Компания Mail.ru решила провести такой вот марафон, чтобы игроки подготовились к этому событию. Чтобы грамотно осветить марафон, мы пригласили большого игрока. Все большое, марафон, игрок. Лискейт, и он, собственно, нам сегодня будет рассказывать и показывать события. А ведущим будет Хидео. Привет, Лискейт. Привет всем, ребят, и, конечно же, привет, Хидео. Ребят, в комментах, пожалуйста, напишите, нормально ли нас слышно и нормально ли вам нас видно. Ну, не нас, а меня пока. Ну, мы уже, собственно говоря, заходим в игрушку и начнем наш марафон. Какие планы? Я сразу расскажу, что Лискейт спер пак какого-то чувака и будет сейчас его вести. Давай, да, пока буквально ты как бы прям, будешь да. вести, на тебя сейчас, я так понимаю, все будут нападать, пытаться этот пак забрать. Ну, А ты пока наверное, расскажи. Так, у нас... Что-то я не пойму, точно картинка идет или нет, потому что что-то у меня как-то странно отображается. Все ли у нас там нормально? Я вижу, у меня все ок. Так, ну я вижу, ты... Я комментарии просто сейчас у меня грузится, чтобы я мог смотреть тоже. Так, вроде... Говорят, тебя тихо слышно. Может, конечно, троллят, но немножечко громче. Проверим. Да, вроде как должно быть нормально слышно. Ну, может быть, я могу говорить просто погромче. Думаю, нормально все стоит, во всяком да, случае. Да, думаю, ты просто начал так тихонечко говорить. Так. Единственное, сейчас чат настроим, потому что... Слетели у меня немножечко настроечки. Давайте сделаем вот так, ребят. Да, буквально вот на самом деле это все произошло за сколько-то там, не знаю, за пару часов до стрима. Зашел в игрушку, пришел проверить покоделку, и здесь на меня напали просто сразу чуваки, причем они напали с паками. И, собственно говоря, вот с паками. И в итоге пак оказался у тебя, да? Да, но их там, у них было несколько паков, я себе один отжал, и хватит для начала. Собственно говоря, ну, ты можешь сказать, как бы, какие моменты или там спрашивать, осветить в этом марафоне, с чего мы Давай начинаем. Мы начнем с того, что ты просто, в общем, расскажешь про марафон. То есть пока идешь, там, наверное, тебя будут нападать. Ты пока просто, в общем, расскажешь про марафон, а потом тебя уже будут какие-то частные моменты так, спрашивать. Так, ну, нам надо сначала решить, куда мы отправимся. Я так. Немножечко ворвусь. Лискейт, немножечко микрофон просто к себе пододвинь, тогда будет толк. Ну, давай да, потому что у тебя такой. Сделать. Так, что у нас, что у нас? Нам нужно отправиться, ребят, сначала в локацию ближайшую. Собственно говоря, мы сейчас будем с вами заниматься, ну, начнем, во всяком случае, первым заданием. Но он как бы не первое задание, вы можете их выполнять в любой совершенно очередности. Это задание не обязательное, но вы за него получаете жетоны, которую вы потом сможете обменять на вкусные плюшки, на экипировку, я не знаю, может быть, на катализатор кто-то будет, на квисарский талисман, точнее, копить, который не ломает снаряжение при заточке. Собственно говоря, сейчас мы этот пак будем пытаться оттарабанить куда-нибудь, нам в землю говорящих камней надо. Так, ну вот сюда я себе меточку поставлю. И причем... Давайте сразу спрошу, сложно ли этот пак делать, и... Как бы, вот если человек Запада, он, получается, на Западе делает или на Востоке? Он, в принципе, может сделать в любой локации. Я, например, вообще в пользовательской фракции нахожусь, по идее. Но, естественно, есть ограничения. То есть там, смотри, на Востоке делается это все в Древнем Лесе. Для западника коренного эта локация не открыта. И, соответственно, она ему является враждебной. Я вообще нахожусь в пользовательской фракции, у которой нет, соответственно, союза ни с Западом, ни с Востоком, поэтому мне враждебны вообще все эти локации. Это наиболее трудная ситуация, скажем так. И вот тебя, если... в общем, все могут бить. Да, если кто-то сейчас придет в эту локацию с Запада, например, он может спокойно меня атаковать, пока я этот пак буду куда-то тащить. И, соответственно, у тебя, получается, болида его... нет. Нет, я такой, да. Обычно я перемещаюсь гордо пешочком, поэтому мы будем на мекодоспехи тащить этот пак. Вот, кстати, уже один чувак тут подошел. Вот я его атаковать не могу, потому что я в пользовательской фракции нахожусь. Он же, в принципе, к примеру, может меня спокойно атаковать. Ну, кстати, на мекодоспехи тоже нормально тащить. Тут и ускорялочки даже кое-какие есть. Причем сдавать эти паки можно вообще в любой локации, в которой вам захочется. То есть вы можете экономически как-то здесь себя, там, я не знаю, улучшить свое экономическое положение, да, там, например, вы можете вот из тех же
холмов куда-то вот сюда, там, ближе к морю оттащить и на шхуне отвезти эти паки на Кубу, сдать их там подороже. Я не знаю, можете вы Нистру оттащить, через море перевезти. Либо вы можете чисто ради ивента это все делать и оттащить те же паки там, ну, в район, по-моему, земли говорящих камней. Вот сейчас мы туда попробуем это все оттащить. Вот единственное, сколько что... всего паков надо, получается, перевезти? Это получается, там... задание идет на месяц, и нужно в месяц какие-то задания. Причем вы можете среди хоть... них паки. Да, можете хоть за один день это, конечно, все сделать. Я знаю, да, там людей, которые подходят к этому довольно-таки серьезно, и они там за один день буквально все это пытаются сделать. Есть люди, конечно, которые это все там постепенно. Для меня, на самом деле, паки — это самая сложная задача. Я вот, к примеру, аренку сделал буквально там за 1-2 дня. Это другое задание марафона. Вот. А паков вначале нужно 50, если я не ошибаюсь. Сейчас вот на память могу ошибиться. Потом 25 и 25. То есть там три группы заданий, они вместе с обязательными заданиями идут. Обязательное задание — это посещение ивентов. Причем хорошо, что их расширили. Раньше была только роса вечерняя, ну, не обязательно вечерняя, в общем, была только роса, а потом у нас добавилось еще убийство спрутов, и добавился квестик на Даскшире, и добавился глаз. Квест на Дэше, опять же таки, вот для пользовательской фракции, у которой война, она, к примеру, недоступна. Но обычные игроки Запада-Востока, они все спокойно могут делать. Я тебя вот хочу перебить, сейчас спросить, пишет 50-25-25, а это получается как, из одной и той же локации возить, или после того, как ты, допустим, 50 свозил, нужно из другого уже, тогда меняется задание? Там смотри, то есть их нужно сделать именно либо в холмах Лилиот на западе, либо на востоке в древнем лесу, опять же, вот у меня, да, там под рукой странички марафона нет. Вот. А сдавать ты можешь их в любой локации. Почему вот на группы их поделили? Потому что есть обязательное задание. То есть 5, 5, 5 и 5. То есть такие три группы обязательных заданий. В общем, ребят, если вы зайдете, да, там на страницу марафона, там все очень классно, в табличке сделано и видно это все. Поэтому вот так вот, вначале 50, ты получаешь за это 10 жетонов, потом сдаешь там еще 25, еще 10. То есть, если бы, к примеру, поставили сразу 100, было бы там, возможно, людям там тяжеловато это все делать. А так кто-то сдаст 50 паков, получит там 10 жетонов и будет спокоен, доволен. Я смотрю, тебя боятся, но тебя никто нападать не хочет. Да, сопровождают. А вот, кстати, смотри, смотри, вот здесь кто-то на тракторе тарабанит паки. Жалко, я не могу напасть. Вот кто-то спокойно погрузил. Тут даже два трактора. Вот сколько они сейчас за раз? Ну вот у него 4 пака в кузове, 4 пака здесь, у каждого за спиной еще по паку. То есть они сейчас, если на одного человека, то довольно быстро, кстати, они это все оттащат. В принципе, я, кстати, посмотрел, там довольно прикольные награды. Например, опытное это ожерелье уже с Дескшира. 9-е там, конечно, не топовое. Ну, как бы логично, да, топовое. Но зато нет как бы мучений с его заточкой. Ну да, и можно... рискнуть даже. Стоит. Ну, то есть, к примеру, вот можно взять 9-е за этот ивент и попробовать их поточить выше. Ну, там, перекрафтить, скажем так. Там, может быть, 11-ю, 10-ю люди. Давай, получат. Пока ты идешь, тут очень много вопросов. То есть, нашего канала и просто, наверное, сгохи людей, которые пока, наверное, не следили особо за Аркейджем, за твоей карьерой. Расскажи, как ты на Луции оказался, почему решил перейти на него. Конечно, сейчас расскажу, но... То есть ввели трансфер, я, честно говоря, опять же таки уже точную дату. Смотри, сколько тракторов, блин. Не помню, когда ввели трансфер. А ты можешь пак сдать, а потом их пытаться бить? Я не могу их бить, потому что я в пользовательской фракции, вот в чем беда. То есть это стартовая локация для, ну, как одна из таких стартовых лок Запада, поэтому я не могу их, собственно говоря, атаковать. Ну, 50 вот. Паков в месяц довольно быстро можно навозить, мне кажется, за пару дней, в принципе. Ну, вообще можно, конечно, там, все зависит от вашего онлайна, вашего желания. И тем более никто не заставляет, к примеру, полностью сдавать. Можно получить 10 жетонов, 10 жетонов, вот, ну, к примеру, я то, что для себя смотрел, интересно. Например, там тот же пояс, который за знаки отличия делается, или наруч, они там вообще 8 стоят. Там, отвез первый груз. Ну, да, я, кстати, посмотрел, мне кажется, довольно дешево. Это очень дешево и очень просто. Вот по сравнению с тем, что, ну, как бы, вот эти наручи сделать раньше вам они нужно было... Они после покупки передаются за жетоны? Нет, они, по-моему, персональные. Но раньше их сделать было намного сложнее, чем просто вот откатать там кучечку арен. Тем более там даже не нужно побеждать, там нужно просто отыграть эти арены. И этого будет уже достаточно. То есть ты отыгрываешь арены, просто участвуешь в поединках,
и ты уже как бы выполняешь задание, по сути. Получаешь, то есть, навык. Получается, все, что за жетон, оно все персональное будет. По-моему, большая часть уж точно. На игрока. То есть, ты вот нацелен на такие, которые более дешево стоят, но тебе пригодятся. Может, конкретно ну, что-то? Ну, я могу дать там конкретно про себя рассказать. Да, давай. Опять давай. Же таки, у меня, к примеру, наручи там первой эпохи. За этот ивент я могу получить наручи, да, там, к примеру, вот, все, молния гнева, 22 тысячи. Вот, я могу получить... А не знаешь, они, может, за тобой шли-шли, и сейчас прям перед передачей пока побьют. Ну да, они специально, до самого последнего. Я, кстати, тут недалеко резаю, сейчас бафнусь. Вот, и, собственно говоря, там в чем фишка? Они даются, если я, опять же таки, не ошибаюсь, а вроде я не ошибаюсь, они даются релики. Соответственно, я возьму просто двойную точку и попробую эти наручи заточить, авось прокнет во вторую эпоху. Вот, собственно говоря, это относительно меня. А для многих игроков там релик наручи сразу готовый за этот ивент. Блин, ну это реально очень круто. Раньше, чтобы сделать эти наручи, нужно было собрать с Нагашара сет. Это данж, опять же таки. Нужно было собирать группу туда, в этот данж. То есть не все так просто. Сейчас это, ну, намного легче. Получить за такой. Ты вот можешь момент. Сказать такой вот момент, сколько получится рейтинга, если все это одеть... Сложно сказать без гравировок. То есть, если это все загравировать потом, ну, я думаю, может быть, даже в районе там 5,5, думаю, точно можно сделать. Если еще там пару гравировок. В принципе, практически в топ войдешь. Ну, не в топ, и все зависит от сервера. Но мы можем посмотреть, смотрите, не по эквипу каждого игрока, а по эквипу гильдий. Ну, то есть, смотрите, мы откроем, вот, например, Луций, список гильдий, средний ГС людей. Относительно гильдии. То есть мы не будем смотреть топов, да, по эквипу. То средний ГС там одних из самых сильных гильдий Луция, там, к примеру, 600. Да, может быть, тут побольше есть. Ну вот, скажем так, 600. Если вы откроете какой-нибудь другой сервер, ну, например, вот откроем Лорею. Здесь вот я там первое, что попадается, опять же, на глаза. То есть смотрите, тут, к примеру, там 5000, 5200 гирскора. То есть это реально, я понимаю, что это как бы наши там разработчики, не наши, а корейские, они, я думаю, учитывали вот эти вот данные, у них-то явно массив намного больше, и, исходя из этого именно такие награды добавили. Вот, ну а про трансфер, собственно говоря, Луций на данный момент мне как игроку наиболее привлекательнее. Самый большой онлайн среди всех серверов, вот, кстати, враги. Я думаю, что больше ты пока дерешься там, я думаю, что людей больше интересует политика, потому что ты в плане таком, расскажи, что за клан, за что боретесь, сейчас и кто вообще сейчас... Пот. Да-да. Блин, чуть-чуть не дожал, причем прям вот чуть-чуть не дожал второго. У меня просто задержечка немножко идет. Я ты еще не знаешь, что тут, ну я еще живой. Результата. Еще живой, да, пока еще живой. В общем, меня вот игрока, который, да, за политикой на Луции давно не следил, интересует, кто сейчас крутой и... Сейчас расскажу, в общем, да. с кем ты играешь. Мне вернулась моя гильдия, то есть я как бы играл на Мелиссаре. В общем, вернулась гильдия с Мелиссары, и сейчас мы, соответственно, уже вошли здесь в такую коренную фракцию на Луции. Ну, блин, ты просто там их рвешь. Да, но их двое, это так тяжело, слушай. Один еще и убежал, они откачивают меня, поэтому тут такое сложное мероприятие. Сейчас там... Ну, блин, мне кажется, пользовательским фракциям нереально тут бакс дать. Ну, а есть какой-то другой вариант? Нет, да. Ну просто нужно группироваться, объединяться и там, к примеру, вдвоем, втроем... сдавать этот пак. Ну, тут на самом деле, да, там, позвать там буквально нескольких человек, и можно спокойно этот пак там вести караван какой-нибудь. Но в этом и интерес, то есть определенно... Да, просто вот, допустим, еще когда анонс был в Корее этих политических фракций, все представляли, что туда пойдут люди, которые уже за себя могут постоять, поэтому тут как бы грех жаловаться. Ну, тут смотри, здесь же есть еще в чем фишка. Просто вот в 2.9 немножечко изменилась механика фракции. Вот помнишь, да, наверное, стримы, когда мы там смотрели на роскошные замки огромные, где будут там куча строений. Сейчас фракции для того, чтобы заключить союз с базовыми фракциями, то есть Западом или Востоком, нужны определенные постройки. Поэтому не все дипломатическое фракции... Дипломатическое задание. Да, их строят. И вот поэтому как бы, ну, вот возникает такая ситуация.
Может, говоря. Не всегда надо. Вот вам надо, допустим, база? Мне кажется, вы просто убивать всех хотите. Ну, тут свои преимущества есть в некоторых ситуациях. Преимущества для игроков там. Ну, кстати, вот смотри, мы оцениваем, да, вот просто сколько на луце людей. Вот я сейчас пришел вот в локацию, причем эта локация... Так они, смотри, они все без факов бегают. Они бегают и ты охотят. Не видишь сейчас просто. А, ты вот сейчас все, скоро я увидел. Увидишь, да, тут. Вот здесь вообще да. Чувак тащит такой здоровенный трактор. Затаренный. Все, я увидел. Вот. И некоторые фракции это используют для рекрутинга, то есть такие немножечко выгодные условия для многих игроков иметь мир на Западе. Там паки возить удобнее, опять же таки грузы эти перевозить и так далее. По сравнению с Мелиссарой, на луце сильнее игроки? Интереснее игра? Сильнее игроки, безусловно, это видно и по рейтингу, и даже по аренам видно, то есть если мы откроем арены, именно вот активность игроков. Вот смотри, на луце людей с рейтингом арены 6000 и выше, опять же там новая фишка в рейтинге, их, ну вот на данный момент, будем говорить, 15, даже если формально. Если мы откроем ту же Мелиссару, посмотрим, тут 6 тысяч плюс всего 4 человека. То есть это опять же такие вот особенности. Ну и не говоря уже про общий уровень экипировки на Луции, он, конечно же, намного выше. Здесь 7 тысяч плюс, скажем так, игроков 72, да, игрока. На Мелиссаре 7 тысяч плюс 22. Ну, то есть, в разы, конечно, разница. Тут пишут, забери комп у Гара. Тут не Гара стримит, а Лискейт. Аркейдж нам показывает. Вот. Вот, кстати, ко мне сейчас подошел там человек с моей гильдии. И вот если бы мы изначально отправились там вдвоем, ну, мы решили показать такой соло. Давай, давай еще раз попробуйте провести пак. Получится у вас вдвоем? Можно, да, нам теперь придется отправиться. Наверное, тот пак уже кто-то забрал. Я думаю, конечно. Я думаю, он туда не лежит. И... бесхозным, да. Сейчас то есть, Нефалемс — это сборная гильдия с Мелиссары, или это больше это гильдия с Луцем? Это с Мелиссары. Ну вот, давай так, тогда так. Как вы себя показываете? Вы сейчас на первом месте в рейтинге гильдии? Нет, нет, большая часть игроков вообще только перешла. То есть я перешел на Луцию уже сколько там, месяца, наверное, три, наверное, назад, да. А основная часть вот только сейчас, буквально там несколько дней назад подтянулась, все-таки решила трансфернуться. Ну, тяжело на самом деле целую гильдию переносить. Много людей. Ну, а на Мелиссаре она же все на Луцию перешла или игра осталась... И, ну, может, там есть еще гильдии, но, конечно же, сервер, он становится не таким живым при вот потере. Сейчас топовые сервера, получается, если я не ошибаюсь, то сейчас самая интересная игра, опять же таки, по мнению, да, там, некоторой группы игроков на Луции и вот на Глене, вроде бы. То есть туда на был... Глене? Да, туда я был думал, трансфер. Я думал, ты Левиафан скажешь. Нет, туда был трансфер. И там как бы такая довольно-таки активная борьба сейчас идет. Но опять же, я лично не видел, то есть это вот информация от других игроков, что вроде как там реально живое PvP. Здесь же вот не только онлайном, не только ГСом мерить все нужно, а вот именно борьбой, сколько сайдов на сервере, насколько он живой, окей. Сколько людей тут приходит. Тогда в чате задают вопрос, вот ты можешь тогда назвать топовые сайды, по твоему мнению, сейчас на Луце? На Луце сейчас это Westside. Можно даже вот открыть количество людей посмотреть. Откроем вкладку дипломатии. То есть, ну почему Westside сейчас самый сильный? Во-первых, это 295 человек из 300. Плюс он заполнен двумя гильдиями с Луцией. Одна гильдия, которая пришла с трансфера. Как раз-таки целая гильдия еще вот на Луции подошла. Доминионы. Наверное, на второе место следует поставить Pay to Win. И вот на третье место как раз-таки Империю, где мы сейчас и находимся с Мелиссарой, ребята, кто подошел. Pay2Win — это бывший топ-сайт, который довольно-таки долго фармил всех рейд-боссов основных. Ну, это, насколько я помню, это Surreal бывшая. Да, там есть Surreal и Friend, две гильдии. Ну, еще там есть там такая слабенькая, если не ошибаюсь, сейчас там посмотрим, гильдия у них должна быть третья. Ну, как бы, да, формально тут аж 4 гильдии, но это там есть твинка гильдия и там гильдия там для лоу ГС и так далее. Спрашивают, что думаешь про Невер?
Не знаю, что на Невере сейчас на данный момент происходит, поэтому не могу как бы прокомментировать. Я в знаю, итоге, пожалел ли ты о трансфере? Или... Нет, я доволен. Арены стали намного интереснее онлайна. Просто вот, ну как бы онлайн намного выше. Здесь, если вот прийти там, я не знаю, элементарно там в любую локацию мы придем, вот которая там участвует в ивенте, к примеру, увидим кучу просто игроков. Прикольно. Окей, а новому игроку на какой сервер лучше пойти, учитывая, что сейчас трансфер есть, чтобы, ну, допустим, тут где-то сложно было ему проще начать, а потом на лучше перейти? Зависит, наверное, вот опять же его интересов в игре. А если люди, которые хотят участвовать вот в таких вот масс-замесах, то я бы посоветовал идти на Луци все-таки. Либо там на Глен, если там действительно живой сервер на данный момент. Если там вы хотите познакомиться с игрой, да, вот только все изучить, возможно, следует пойти на какой-то другой сервер, менее такой населенный, возможно, и там спокойно познакомиться. Ну, хотя я бы рекомендовал все-таки идти, наверное, вот на сервер с потенциалом к масс-сражениям таким. Вот, кстати, смотри, на меня кто-то напал, только... Я, наверное, еще не вижу. Вот. И скоро увидишь, да. Вы вдвоем справитесь с другом? Да, я, походу, тут должен пак забрать, блин. Да, есть. Мне даже не придется крафтить. Все, погнали, где тут мой хил? Ребят, я сейчас вам говорю, что... еще один на нас напал, чувак. Лискейт пробует провести паки по ивенту, и вы можете попытаться его прямо на стриме убить, чтобы попасть в историю. Так, стой, чувак от нас улетел там. Так, все, где мой тут мека-доспех? Погнали. А, вот спрашивают, а по морфону нужно пак изготовить или именно сдать? Сдать вроде как, пак из вот этой вот локации. То есть там, давай проверим даже, цветочное масло для светильников. То есть там написано, если я опять-таки не ошибаюсь, там сдать груз, произведенный вот в этой локации. Либо душистое мыло там, либо это, либо там душистое мыло, короче, либо вот это там светильник или что-то. Сейчас, наверное, попробуем пак свести. Я так понимаю, данжик находится в той же локе, куда мы везем. То есть, ну, да. Получится, не получится, наверное, тогда потом в данжик сразу, да, пойдем. Можно будет сходить в данж, там, в копи пройти. Данж давай тогда по 3-0 пока поговорим, потому что, ну, давай. Для игрока, который за Аркейдж следит, наверное, с 12-го года, как я, может, и раньше, я уже, честно говоря, не помню до сих пор. Это очень большое событие. Допустим, если фракции можно поставить на первое место, то по уровню ожидаемости варборны, которых назовут у нас богорожденными, битва, и дворфы, они все-таки на втором месте. То есть, как тебе, есть какой-то мандраж? Блин, я на самом деле обрадовался, вот что именно вот эти расы, я ждал их. То есть, ну, к примеру, лично я феечек как-то не очень хотел. Гномы офигенные, харизматичные. А по феечкам там меньше было инфы, и да, то есть было неоднозначно. Вот то, что они планировали богорожденных и дворфов, это так точно они планировали вести. И давно было в планах. Только сейчас, к сожалению, вводят спустя сколько времени. Вот, то есть, может, ты скажешь, но вот я, честно говоря, уже не помню, что из того, что Сонг обещал сделать, он не выполнил. По-моему, он выполнил все с учетом вот этого будущего вода. И интересно, что дальше будет с Аркейджем, как он дальше будет развиваться. Ну, я на самом деле всегда вспоминаю такую, возможно, ты ее тоже видел, такая здоровенная подробная карта изначального материка, где вот это вот все, что сейчас еще закрыто, оно впоследствии должно точно быть... точно, я и забыл. Да, там... и там же как планировалось вот создание фракции, это как там некий аналог государства со своей вот локацией, со своим замком, который он обустраивает, и... Расчет идет же не на 2, не на 3 сайда. В идеале, что их может быть еще больше. Возможно, как-то... Точно. Я вспоминаю одни из первых стримов Гохи, на которых мы как бы разбирали этот клиент и все обещания, и говорили, что будет 30 территорий. 3-4, 33, по-моему, на севере. Ну, конечно. Еще знаешь, здесь же... Как бы будет тяжело такое выдержать. Потенциал у игры вот в плане... Можно же, да, добавить вообще целый материк. Здесь же мы, по сути, находимся в неком океане таком. Тут моря внутри у нас. Плюс можно добавлять какие-то острова. В 2.9 подобавляли какие-то небольшие островочки, кстати, вот здесь вот. Так что, конечно, потенциал большой.
Ну, там больше под застройку, там ничего особенного нет. Ну, так как север все-таки, с учетом того, что они вели в предыдущих обновлениях, то есть, грубо говоря, тот аналог государства в игре, который они обещали, они, собственно, сделали. Осталось только дать место для этих государств, потому что 6 территорий. Вот как ты по Луцию судишь? Этого мало, 6 территорий, или нормально? Ну, пока, в принципе, я думаю, нет нужды как бы, да, вот больше. Вот потому что мы видим три пользовательских фракции. Как бы этого хватает. Если трансфер не будет на Луции перекрыт, и будут сюда переходить какие-то крупные сайды, то, возможно, будет и необходимость. Ну, а с другой стороны, А война места за ли хватит для территории... всех? Война... Сейчас. Как бы, вот смотри, да? Мне кажется, даже так интереснее, когда меньше земель и идет война за выживание даже в некоторых ситуациях. Ну, замки-то это в основном минус по голде или плюс все-таки сейчас? Ты там дерешься, да? Не-не-не, я же забыл просто, где в этой локации сдавать ее, что-то 100 лет пайки не возил, там где-то в центре, по-моему. Надо было сдать, сейчас меточку мне тут поставят. Там можно как-то звездочку поставить, чтобы было видно, Да, кому то есть сдавать. там смотри. Так, еще раз, ты насчет чего спросил? Немного отвлекся, да, просто с этой картой. Луций сейчас сильно забит? Все ли уместятся желающие, если, допустим, расширят как-то? Все равно же будет, допустим, с фракциями расширения, и даже Там новичок, он все равно на Луций в первую очередь пойдет. в 3.0 добавят же еще новые территории под застройку, во-первых, причем обещают огромное количество просто мест. Да, обещают Вот. локацию там, где можно 2500 домов построить, что-то Да, так такое. что, в принципе, на open event, да, вот, ну, то есть я считаю, что такое open event, ну, даже ивентом, наверное, это можно не называть, битва за open боссов, то есть там дракон, кракен, там проблем с онлайном, я думаю, никогда не возникнет. Единственное, наверное, Duskshire и Роса, они уже могут казаться чем-то маленьким для такого количества людей. Вот на Росе, на Луции сейчас, ребята, просто фантастический онлайн. Вот Роса, мне кажется, не выдерживает такого онлайна уже. Места мало. Для такого количества людей, которые участвуют, то бы гильдиям, рейдам, маневра было бы больше, если бы территория самого ивента была больше. Но она, к сожалению, вот такая вот, по сути, маленькая, кругленькая роса. Я пока не вижу, дерешься там или нет. Нет, Давай пока пока вопросы. про 3.0 продолжим. Какой раз хочешь поиграть? Блин, мне смотри, мне понравились. Будешь ли перекачивать перса другой раз на Я Луции? перекачивать не буду, потому что очень много персональных вещей, которые передать нельзя будет. То есть, ну там Будет какая-то костюм. возможность, это же пока неизвестно. Ну, исходя вот из той информации, которая пока была, личного склада такого добавлять не планируется. И как бы смены расы не собираются вводить. Так что пока как бы, не планируют ради этого, да, там делать перекачку. Но я бы вот, ну, просто с удовольствием, если бы была возможность, я бы попробовал поиграть за другую расу, тем более там свои фишки расовые будут и так далее. За какую? За вырожденных Мне или за дворфов? нравится. Ну, я бы, конечно, посмотрел еще, как анимация скиллов будет выглядеть у той или другой расы в первую очередь сначала. Потому что внешний вид персайд, конечно, хорошо, но надо еще посмотреть, какие у тебя будут скиллы в итоге, как они будут выглядеть. А, ты слышал, там у новых рас будут какие-то особые скиллы? Да, будут расовые умения. Умения гнева какие-то? Не, умения гнева, смотри, они будут у всех. То есть это новый, вот по сути, если мы открываем сейчас билд персонажа, то нам доступно, ну, стандартно, понял, да, три ветки, и мы скиллпоинт раскидываем. А добавит еще вот такие вот дополнительные, скажем так, это не как новая ветка, это как продолжение веток, то, что уже сейчас есть. Таким образом, классы станут еще уникальнее и разнообразнее. Вот сочетание трех веток, к примеру, да, у нас там получается там нападение, скрытность, сопротивление. Окей, разбойник. Но с вот новой системой гнева там или ненависти, каждый разбойник будет там еще уникальнее. Главное, чтобы с балансом все было окей, потому что они, по сути, этот 55-й уровень в течение целых кучи обновлений, они балансили настолько, а сейчас они совсем новое вводят, которое может совсем по-другому повлиять на баланс. Что, кстати, Конечно, это, да, подумаешь? вот, ну, реально интересно, да, посмотреть, как это все отбалансит, даже немножечко страшненько, но я думаю, это того стоит. То есть подождем, возможно, первый патч не самый, да, там идеальный у нас будет, но
потом это все, думаю, потихонечку начнут править. Короче, я довез пак. За 2 голды я его сейчас за 3 почти сдам. Цена тут сбита до 70%. Ну, то есть, уже очень какие-то, много людей. Какие-то вы слабые, даже стримера не смогли увидеть. Ну, вначале меня тут пришла, ребята с пользовательской фракции поубивали. Два человека пак смогла донести. Как так? Да. А вот тебя уже бьют, смотрю. Ну, это да, ты же задержкой, да, все видишь. Я уже ж говорю, я уже все. Я уже сдал. Так, пак, то есть... Копик. Грубо говоря, первое задание это в месяц, да, отвести 50 паков. 50, 25, 25. Ну, дальше у нас идет инстанс по карфу, да, зафармить. Да. Давай, наверное, сейчас туда пойдем. Да, погнали. Ты, наверное, покажешь, как это делается. Ну, опять же таки, да, тут нужно учитывать там экипировку и так далее. Новичкам там лучше объединиться с кем-то для того, чтобы это пройти. Те, кто давно играет, понятно, они могут там и соло этот данж пройти. Здесь же... Но это все равно, в любом случае, довольно легкий данж. Я не думаю, что будут какие-то проблемы с этим. Я тоже так считаю. Смотри, сколько народу сейчас увидишь. Стоит здесь. Да, и учитывая ажиотаж сумасшедший, я думаю, что за пару секунд пати находится. Я даже в Корее, помню, когда начинал играть, ну, то есть не начинал играть, а когда прокачивал для того, чтобы все это, как бы, отчеты писать, всегда около этого данжа куча людей. Да, я увидел, сколько сейчас людей. Ну, тут так еще же бонусы определенные есть. Там, если ты проводишь, сдаешь квестики там ежедневные, получаешь там определенные плюшки. Я уже ночью сегодня прошелся, и поэтому я покупаю свиток Героя Подземелья, и сейчас мы зайдем в Героик. Там важное, да, там, наверное, такое уточнение, ребят, не забывайте, что надо это все проходить на Героике. Кстати, вот, я вот как-то не вычитал, вот получается, я набираю сейчас до 3.0 жетоны эти, а в 3.0 я хочу играть дворфом. Я смогу потом экипировку, которую сейчас набрал, передать на варборна или рожденного, ой, это, дворфа. Так, блин, он не обновился. Они передаваемые, получается, жетоны, да? Они идут вроде как на аккаунт, и ты уже сам, соответственно, распределяешь потом, куда ты хочешь эти жетоны перенести. Ну так да, кстати, я вот сейчас открыл сайт, получается, на самом сайте считаются. Да, там обновляется очень удобно, как бы, там единственное, что они, по-моему, не моментально это все обновляют. Ты у меня почему-то тихо очень стал, может, Не знаю, может, я просто стал тише говорить. Сейчас я пытаюсь инстанс обновить, может, из-за того, что я в патике, блин. Нет, очень тихо. Химер, если тут, скажи тихо или громко. Так, ну, тихо. Блин, а так? Сейчас нормально. Сейчас норм, ну окей. А там что случилось? Ты вылетел как-то? Нет, я не вылетел, я вышел, потому что я же уже сегодня ночью проходил данж. И он, соответственно, у меня как бы не обновлен, он такой пройденный висит. Сейчас я попробую перезайти и, соответственно, должен все пройти. Так. Я теперь даже соло. Давай типа, наверное, про марафон распрошу, то мы так договорились поговорить и... Только про паки толком рассказали и про данж. Выполнить любое задание, получается, на РВР-ивентах. Это просто задание по участию, грубо говоря, да? Не совсем. На ДШ это нужно будет сделать 10 фрагов. Причем, но там достаточно быть в рейде. То есть весь рейд делает килл, если ты находишься рядом, то тебе, соответственно, это задание засчитывается. То есть, хиллеры, не переживайте, вам главное... Саппорту, да, главное забиндить, скажем так, игрока, ну, то есть, грубо говоря, там, с автоатаки подходишь, с лука, там, дал удар, и все, спокойно зашел. Сыграть на ресталище один на один, то есть, даже неважно, победил или проиграл. Да, просто сыграть, провести поединок. Выполнить достижение в июльском фестивале, а это что такое? Вот ты, который самый нижний там смотришь или нет, там просто сейчас Это как бы, если я не ошибаюсь, итоговое, то есть когда ты все-все-все пройдешь, тебе засчитают. А сейчас еще идет ивент, там праздник вишни, и там, соответственно, это тоже как задание засчитается, если там делать квестики. Такой, ну как мини-ивент внутри вот этого большого марафона, он как, даже, наверное, никак не привязан к марафону. За него тоже будут дополнительные плюшки. Ну, как я понимаю, даже помимо того, что вот в этом графике написано, можно еще дополнительно всякое повыполнять. Ну, как бы что, дополнительно? Нет, смотри, паки, арена, так, паки, арена, данж
И, соответственно, обязательное задание, плюс вот маленький ивент, за него 10 жетонов дадут сейчас. И в итоге за выполнение всего тебе еще дополнительная награда идет. И пока это вот так выглядит. А плюс, кстати, ну, как бы вот в этих данжиках... Так, у меня точно героик запустился? Я вот что-то не пойму, блин. Ну, смотрю, 50 левел мобы. По-моему, это не героик у меня, блин. Просто я с бардом, я что-то не пойму, что-то я как-то быстрее побиваю. Нет, это, походу, не героик, блин. Я на Корее проходил этот данж этим бардом. Героик присел. Довольно-таки довольно-таки легкий, блин. Сейчас я просто хочу именно на героик его показать. Там что-то особое падает или все как обычно, просто что-то он еще. Вот тут как раз таки я и хотел про это сказать. То есть там в чем плюшка? Когда ты проходишь эти данжики, ну, я для себя как бы видел всегда, как бы, да, там простой способ, там немножечко. А, не, героик, все правильно. Просто я под бардом. И что-то думаю, что-то какой-то прям совсем лютый ДПС пошел. Вот эти вот мешочки с алхимическим порошком, они потом открываются, за очки работы. Получаешь там тусклый алхимический порошок. Он идет на ап костюма. Это все, соответственно, можно еще продавать просто. Ну, тут как бы... Ты не просто, знаешь, вот так вот бесполезно этот данж проходишь ради марафона. Ну, выбиваешь эти мешочки, открываешь потом, да, там продаешь все это. Ну и, кстати, ребят, не забывайте, если вы проходите, и вам там сложно пройти, вы когда убиваете, да, вот даже первую группу мобиков, с них выпадают бафики. Просто юзаете их, ну, и на дэмэдж есть бафы, на выживаемость. То есть вот он такой выпадает, как щит. Вы, соответственно, поднимаете, и там дополнительные плюшки, скиллы открываются. Такая довольно-таки удобная штуковина. Там есть на отхил, есть на... Как его? На повышение дэмэджа. Насколько я помню, тут самое сложное — это последний босс. Первый, не знаю, даже самый такой игрок, который только пришел, я думаю, что без проблем пройдет, разберется. Да, здесь нет какой-то, знаешь, такой сверхсложной тактики убийства, то есть, ну, в принципе, все просто. С последним там есть вот такая небольшая плюшка, опять же таки, ну, которую могу где-то там сказать, может быть, кто-то там не в курсе. Там он вешает на себя определенный щит, и этот щит можно снять с противника любым скиллом в игре, который снимает бафы. Ну, то есть, к примеру, вы можете снять через кражу чар, там, или через стресс в гипнозе. То есть, если у вас возникают проблемы, то есть, спекните ветку, где вы будете снимать вот этот вот щит на поглощение урона. Ну, на первом боссе это все не нужно. А как гильдии вообще отнеслись к 3-0? Задротят ли на марафоне это, чтобы хорошо подготовиться? Ну, активные игроки задротят вот 90%, естественно. Потому что это довольно-таки неплохой профит. То есть вот я делаю этот ивент. Я вот прошел уже все, кроме паков. И вот там часть еще дополнительных заданий нет. Основных вот этих заданий сделать вроде росы там. Но я их спокойно как бы закончу за месяц, не напрягаясь как-то. Ну, паки можно собраться, как ты правильно говорил, группкой, просто в один день их сдать, и все. Да? 50 штук. Можно, да, там, как бы напрячься и сделать это все спокойно. Если у кого-то болит, есть, очень быстро все будет. Ну, да, на машинке, я не знаю, мне кажется, на машинке туда-сюда мотаться, а таким караваном можно зато одним махом. Да, либо тракторами. Так, открываем мы здесь. Ну, опять же, для тех, кто там новичок, возможно, тоже будет полезно. Вытаскиваете из сундука львиный глаз, вставляете его сюда в голову, да, открываете решетку, дальше здесь пробегаете, берете бочку. Вот у меня, кстати, уже там мой саппортиец взял это все. И, соответственно, идем взрывать потайной проход. А вот этот ивент «Цветущая вишня», там сложно что-то надо делать? Нет, вообще, ну, элементарный ивент, очень простой. Делается весь ивент минут за, наверное, там, 5. Каждый день. В награду вы получаете вот розу Санхары. Ну, там много разнообразия, скажем так, есть по наградам. Я взял сразу же розу Санхары, потому что с нее самые основные плюшки и падают. Я вчера вот себе, к примеру, там рунку вытащил на плюс 9 силы, тут же уже обновил, пояс себе ее вставил. То есть там раз в 24 часа на протяжении, ну, 7 дней можно эту розу потом открывать и получать вот, соответственно, различные плюшки.
Я сейчас смотрю это все, у меня такая ностальгия. Ну, это пора, пора вернуться. Один из первых данжей, который... Он сначала был очень сложным таким, трудно его было реально проходить. Труднее, чем ты сейчас проходишь. Ну, еще бы тут как бы, и квип уже. Уровень данжа, конечно же, не под то, как да. Сейчас уже там старые игроки развиваются. Я вот, кстати, не как-то не вычитывал, а в 3.0 будут новые данжики? Я что-то не находил такой. По идее, РП точно нет, будут. Нет, не должен быть новый данж, должен быть РБ, новые аренки, морская аренка, сухопутная новая аренка, там такая а-ля Deathmatch, то есть там, ну, всем, наверное, знакомые такие режимы, где каждый сам за себя и с быстрым респауном, да. И морская арена будет на кораблях добавлена. Морская, она уже давно, кстати, была в клиенте. Только сейчас, к сожалению, добавили. Ну, очень много, да, из того, что в клиенте было, они сейчас просто вводят и все. Я думаю, у них, конечно, был контент, они пропорционно людям выдают. Наработки же не за 3 такие глобальные, да, вот там тот же апдейт 3.0. Не за 3 месяца же он делается, конечно. Ну, если честно, меня в Arcade очень сильно радует обновление. Почему слежу? Потому что они не похожи друг на друга. В других играх, знаешь, смотришь, там обновление, пофиксили ветки, там, более, ну, да, улучшили баланс класса. Да. А в Arcade, там, что-то новое на севере, вот, там, сейчас... новые... Угу. Увидите, вот я просто тогда перебью щит показать. То есть вот он вешает заслон, в этот заслон бить, как бы... Конечно, можно, но толку мало, он реально поглощает очень много. Но его можно снять вот простым слипом. Вот он, к примеру, бафнул на себе заслон. Сейчас я подойду. Вот так, подожди, он меня прокинул. Блин, вуаля, слипом снял. И тут вот, вот этот момент, как бы нужно нанести основной дамаг, к примеру. Вот. Как тут можно пройти? И с вот этих маленьких... Раз. С маленьких, я тоже просто сразу, да, пока картинка у меня идет, с его охранников юзаете щит, поднимаете, он дает поглощение дэмэджа. То есть, опять же, и за счет хорошо, этого... опять-таки, как можно 15 раз этот инстанс пройти, если задание только раз в сутки? Каждый день. Ну, это же месяц, в принципе, либо каждый билетик день. Купить. Нет, каждый день просто один раз проходишь спокойно и все. Без каких-либо проблем. Да он 10 минут проходит, но самый... или это инстанс, вообще не да, вижу. Да, он просто простенький. Ну, там, опять же, если вы, конечно, соло там, с не очень эквипом, может, могут возникнуть проблемы, если вот так вот от балды проходить. Если вот с каждого гварда спокойно юзать щит, потом вот накидывать дамаг, следить за таймингом откатом слипа, снимать каждый раз барьер, то вообще без проблем это все пройдет. Я здесь уже просто, да, вот в лоб, конечно, его прохожу с бардом спокойно там бафнуть, могу там фиал себе накинуть на дамаг, чтобы еще быстрее все было. Ну, я вообще там, на фулл бафе бы проходил спокойно, и потом там на аренку бы пошел, да слил. Вам же будет проще, быстрее. Спрашивают, какой у тебя сейчас эквип? Ну, именно там рейтинг, я не знаю, или что. Сейчас можно все это посмотреть, опять же, все в открытом доступе. Да, можете прям конкретного человека посмотреть. Да, открыть и посмотреть все эти эквипы. И, кстати, в рейтинге экипировки какой по счету? На Луце или среди всех серверов? И на Луции среди всех. Так, ну смотри. На Луции я сейчас 25-й. А среди всех серверов, конечно, я буду только 83-м. А на Мелисаре какой был? На Мелисаре я был бы где-то в пятерочке, наверное. Сейчас, вот в нынешних реалиях уже не в пятерочке, был бы 9-й на Мелисаре. Ну, как бы там, до трансфера я был, и был такой момент, когда я там был и пятый, там, и третий, что-то там, того. Конечно, лучше, я уж говорил, конечно, люди посильнее где-то. Но, знаете, это как бы... Седьмого обсидиана, кстати, много уже сейчас? Достаточно. Как бы это не мешает, вот, да, там, к примеру, держать там топ-арены с не самым топовым эквипом. Ну, то есть, как бы, разница, она, конечно, есть, но не всегда она критична для того, чтобы вот прям побеждать там и так далее. Я, кстати, много кто и у нас на Гохе, и вообще в Arcade Community знают как сильного аренщика, известного. Вот. Что думаешь сейчас про баланс?
То есть я не буду спрашивать, потому что непонятно, что вообще в 3.0 будет, как изменится. Что сейчас думаешь, какие классы рулят? Смотри, сейчас тут довольно-таки простая даже такая статистика, как бы. На Луце я пока держу первое место вот в этом сезоне. Очень сложно, потому что в этом обновлении, вот с развитием эквипа, хил-гибриды стали одними из, наверное, таких топовых фармеров. Это сочетание исцеления с какими-то боевыми ветками. То есть мы просто открываем статистику, открываем все сервера и поле боя. И вот смотрите, вот на первом месте я иду среди всех серверов, я играю за разбойника, играю за него 2 года уже, и как бы под каждое обновление просто подстраиваюсь, да, там что-то меняю. Хотя разбойник, он универсальный, и не было, наверное, такого момента, когда я бы сказал, все, вообще классный играбелен. На втором месте у нас среди всех серверов инквизитор, это нападение, скрытность, исцеление. То есть хило-гибрид. На третьем месте храмовник, нападение, сопротивление, исцеление. На четвертом месте теолог, это маг. И на пятом храмовник. На шестом храмовник. На седьмом разбойник. На восьмом разбойник. На девятом храмовник. И на десятом... Ну, в общем, да, много мейнстримного. Много прежнего осталось. Много исцеления. Очень много. Ну, давай, смотри, раз. Сколько у нас? Раз, два... 4, да, по-моему, нас я назвал. Из 10 4 человека с исцелением среди всех серверов. Ну, то есть, отхил сейчас один из вот таких вот вариантов легких для того, чтобы на арене успешно выступать по классам. Ну, среди магов, вот, опять же таки, теолог, как бы, я думаю, один из таких вот самых сильных магов. Хотя здесь вот, ну, один всего лишь теолог, но, опять же, там я на Мелиссаре конкретно помню людей, которые с очень хорошей статой, вот он тоже здесь на пятом месте, к примеру, за теолога. Там кто-то, конечно, тут, но это, по-моему, не основной его спект телепат, то есть шулеры довольно-таки сильные сейчас среди магов. С гипнозом, ну, там, сновидцы, воодушевление, свои тоже плюшки есть. Как... Ну, даже лучники держатся, вот, хотя многие говорят, что лучники неиграбельны на аренах, у нас вот на Луции как раз-таки сам, с моей гильдии вот человек зашел нормально на пятом месте и имеет стату лучше, чем некоторые разбойники, к примеру. Как бы... Странно, вот всегда на Луции, у меня Луция арена с Хексом ассоциировалась, он сейчас играет? Или... Он играет, да, вот он на 12 месте, за хранителя, все так же. Слабый какой-то Хекс стал. Ну, тут как бы... Необычно. Он считает, там, опять же, там с ним общался, что апдейт некомфортен для хранителей этот. То есть, возможно... 3.0 ждет. Да, возможно, менять как бы спек пока не хочет человек, да, то есть просто выжидает, он как бы фармит там каждый месяц количество боев определенное, чтобы получать награду, но особо, скажем так, не усердствует. Вот. Странно, учитывая, что ты столько хранителей назвал. Нет, может, хранителей немного, нет, храмовников много. А, храмовник. Да, с исцелением хранителей, как бы, ну, откровенно, мало. Давай, Псионик, наверное, кстати, у нас парочка минут осталось. Ты покажешь традиционную аренку, и, наверное, уже будем завершать. Ну, давайте попробуем. Стримчик. Там надо по квесту зайти на ресталище сделать какой-то килл. Давайте попробуем на ресталище. Вот мне как раз там выкидывает инвайт. То есть это арена с уравненным эквипом. Ее добавили, когда ее добавили? 2.5, что ли? По-моему, в прошлом. 2.9. Не-не-не-не, по-моему, нет. Даже я уж забыл, когда ее добавили, каждый апдейт. Да, я уже, честно говоря, тоже немного путаюсь. Кстати, а вот что у тебя таких крылышков прикольных нет? Они ж есть сейчас? Ну, это такие, чисто которые... внешка для красоты. Нет, там есть и как бы такие характеристики там полезные. Это как глайдер их добавляли. Я просто видел там такое удобное снижение. Про ангельские такие имеешь в виду? Да, там есть своя фишка. Но это глайдер, я вот, может, найду кого-то, не знаю, можно порыскать. Так, ладно, я пока уже на арену зашел. Ну, я не знаю, рассказывать про арену с уравненным эквипом, как бы, там, сколько у нас зрителей. Расскажи, может, новичков. Новых, новичкам будет интересно. Ну, смотрите, здесь как бы эквип, соответственно, ваш не влияет, влияет только баф, который вы выбираете, и ваш класс. Вот сейчас против меня телепат, к примеру, он берет там баф иллюзионист и получает какой-то набор фиксированных характеристик. Я взял, например, экипировку ассасина, соответственно, тоже получил, да, там, какой-то набор характеристик, фиксированные, опять же таки. Вот, и исходя из этого набора, вы вынуждены сражаться, да, то есть тут на ресталище тоже не все так хорошо, как хотелось бы в плане баланса классов, но здесь жаловаться можно только на свой класс и на ваши руки, получается, все. Здесь уже на эквип как бы списать нельзя, но тут вот этот вот баф и классы, он очень сильно влияет.
Наверное, твой фанат какой-то постоянно спрашивает, заспамил, сколько твоя пуха стоит? Ну, как бы, сложно оценить. Оружие. У меня мифов, да, гитаган — это последняя заточка. Они очень редко появляются на аукционе, и как бы их обычно надо покупать вот с рук, то есть цена может намного больше, чем аукцион предлагает. Оружие мифов на данный момент колеблется, наверное, в районе 300, возможно, 1000 голды, я думаю. Минут уже завершать. Ну, ребят, у нас просто сегодня еще другие стримы. Паркетч — это точно не последний стрим, и не последний стрим по этой неделе. Так что вместе с Лискейтом, вместе с Химерой и со мной совсем скоро ждите. Пока, если у вас есть какие-то вопросы лично к Лискейту, потому что по марафону, как мне кажется, он просто все рассказал, все, что можно, и про политику на Луции, и тем людям, которые уже давно в Аркейдж не играют, но хотят вернуться, я знаю, что довольно много таких людей. Вот я, допустим, такой человек... Сейчас меня голову Аркейдж... ты увидишь скоро. который как бы, в Аркейдж уже несколько лет играет, я постоянно хочу вернуться, возвращаюсь. Вот. Я думаю, что много чего интересного Лискейт рассказал. Ну, как бы цель была, да, у нас осветить марафон. Я думаю, мы с ней справились сегодня. Основные такие моменты рассмотрели, в принципе. Как бы вопросы... Монды спрашивает, вы на Ру или на Европе? Мы, конечно, на Ру играем. Ребята прям ворвались. Да, ну, мне кажется, человек только что пришел, поэтому, наверное... Посмотрите, старт НУ написано. Не может быть такого в другом сервере. Какой макс сейчас подойдет к ПВЕ и ПВП? Ну, наверное, только что Лиза читал. Ну, мы больше, конечно, ПВП варианты рассматривали. Ну, там на ПВЕ один из там с популярных вариантов — астролог. На ПВП, конечно, ПВП, астролог. Наверное, смотря какой, потому что, наверное, Лена... масс... Да, он... на масс ПВП совершенно другие спеки. То есть там у магов, наверное, в основном элементалисты, да, это ОЕ маги. Ну, там есть, конечно, летописцы с воодушевлением, которые, как правило, там очень часто с двуруками, к примеру, бегают и там накидывают такие вот молнии гнева по 30 тысяч. Ну, вот как по мне сегодня, пока мы там паки возили, накидывали такие вот жесткие циферки. Сколько к тебе народу пришло с Мелиссары, спрашивает? С Мелиссары у нас сейчас 27 человек перешло на данный момент уже. Но это еще как бы не все, то есть люди не все готовы там сразу недвижимость же нужно распродать и так далее. Пока вот 27 человек у нас уже с Мелиссары. Кстати, ты на презентации был, новый-то сервер будет в связи с 3.0 русскоязычным? Пока Кейдж. Не дают точную информацию, будет новый сервак или нет, к сожалению. Наверное, от Кореи зависит. То есть я на Корее тоже пока не ясно. Мы видим скоро. Узнаем, что да как. Ну, как бы, многие надеются, да, что там будет как бы новый сервер, но... Возможно, было бы грамотно, что вот, мол, вот вы проходите марафон, это же все на аккаунте, я не знаю, можно ли будет потом это как-то... Там вот даже ребят в марафоне там указали, что, возможно, в связи с открытием нового сервера, по-моему, можно будет это все переносить. То есть, там вот на сайте была на этот счет информация, то есть, получается, как бы вот... Я вам, ребят, тоже честно говорю, как бы мне не сказали, вот реально, будет новый сервер или нет. Так, понимаю, они сами не знают. То есть, если на Корею ведут, то, соответственно, и у нас. Плюс им надо проанализировать возможные заселенность. Ну, вот такие вот вопросы, естественно, как бы. Это не дело одного дня. Ну, и тогда, бы, наверное, уже решат. Да, информации нет, но как бы они, вот получается, нам не сказали пока ни да, ни нет. То есть, мы еще вот в ожидании. Судя вот по тому тексту, который был в марафоне написан. Там написано, возможно, по-моему, в связи с открытием нового сервера, что-то там, какие-то вот, ну, там, основные моменты там прописываются, условия. У меня спрашивают, Хитео, расскажи, каково это играть на Корее, пожалуйста. Очень большой пинг и постоянные задержки, ну, нормально, стараемся. В PvP там, да, играй... Да, Лискейт пробовал. Да, это ужасно, на самом деле. Это больно, очень больно, да. Ну, скажи, что там веселее.
Ну, я не знаю, что там Химе... веселее. Химерия там точно веселее, потому что он скорее по-своему общается. Ты бы видел, как... Ну ладно, промолчу. Нет, Потом ну скажешь. там у нас были тоже там забавные ситуации, когда мы там. Я пытался в чат в прошлый раз что-то спросить у них на английском. Они иногда очень так агрессивно реагируют. А я уже рассказывал, почему, потому что у меня ник японский, поэтому они... Сразу. А, японец тут у Я, нас. наверное, уже за барбарно возьму другой ник, чтобы меня Кстати, а так может никто мы все-таки не встретил. сходим, или у нас там по программе уже новый стрим? Просто бы могли онлайн на Росе показать, если Новый с ними стрим в ничего не случится. 21.00. А, Так может что мы. можете... То есть, да, с новым стримом не проблема, Мы но... можем зайти просто онлайн посмотреть, как бы понять, что там сражаться очень сложно. Сами, ребят, понимаете, когда и нагрузка такая большая. Но просто вот количество людей, чтобы вы увидели. Да, то есть это последний, скажем так, последнее задание, которое вам предстоит выполнить. И, как Лискейтер сказал, на каждом из ревер-ивентов нужно, соответственно, другие свои задания выполнять. Тогда зайди, покажи, да, он Да, получает через зайдем. 3 минуты, да, сейчас портальчик откроется. Да, через 3 минуты должен открыться портал на Росу. Вот мы как раз зайдем. Я включил одинаковые доспехи. Посмотрим, сколько будет сейчас народу на Луции, чтобы вы увидели вот как раз-таки сколько будет людей. И может быть сравнить с тем, что вы видели раньше, к примеру. Кстати, не помню, спрашивал нет, какая сейчас, какой континент рулит, грубо говоря, Восток или Запад Ну, на России? пользовательские фракции, естественно, побеждают, как правило. Как правило, да. То есть, как правило, пользовательские побеждают. Конечно, там бывают иногда исключения, но, конечно, организованные рейды, они намного сильнее. Хотя здесь на Луции, что вот, да, вот, к примеру, меня положительно удивило, здесь есть гильдии на Западе и на Востоке довольно-таки сильные. На Мелиссарии, как правило, основной вот такой PvP контингент игроков, он ушел в пользовательские фракции сразу практически. А здесь есть такие гильдии, вот на старых основных фракциях. Мне, кстати, подсказывают, что на Корее сервер новый анонсирован. Давайте все-таки лучше дождемся, посмотрим. И не факт, что его потом у нас ведут. Потому что, допустим, PvP-сервак у нас так и не ввели в русскоязычной версии. Ну да, у нас свои особенности. Костюм горничной тоже у нас так и не Но ввели до сих пор. справедливости ради, надо сказать, что особой популярностью не пользуется PvP-сервер. Заходишь на лайв-сервер в Корее, куча народа, а на PvP все-таки поменьше. Ну, потому что, знаете, как вот, слишком просто там все. Ты 30 уровня докачался, одну кнопочку нажал, и у тебя все как бы появилось. И они там просто сидят, и Мариан Холоди просто ренятся все время. И все. Такой вот PvP сервер. Я не думаю, что там как бы такой сильно нужен. Но, допустим, мне он удобен, потому что там удобно смотреть все изменения. Я там все ветки прокачивал, смотрю, что изменения в ветках умений. Придется новые расы прокачать на этот раз, А мне чтобы кажется, увидеть. будет очень много всяких фишечек, чтобы их было проще качать 100%. Да, ну там просто будут вот как раз таки вот новые активки. Они, по-моему, на 30-м левеле будут открываться расовые фишки, трансформации. То есть нужно будет посмотреть на это все, интересно будет. Плюс локаций не так много. Возможно, ускорят в них прокачку. То есть будут какие-то там особые задания мобы. Там, допустим, ты начал там первый квест выполнил, сразу 10 левел получил. Возможно, так будет. То есть это будет, наверное, эксклюзивно для дворфов и варборда. Но это опять-таки мы сейчас фантазируем на пустом месте. Лучше парочку дней подождать, да лично посмотреть. Ну да, 13-го у нас вроде как апдейт уже на Корее будет ставить. На Чуть-чуть Глине есть осталось. тоже довольно сильные гильдии на Западе и на Востоке. Ну да, вот Лискейтер сказал, что сейчас после Луция, как ни странно, самый сильный Глен. Ну, как бы я тебе как бы сказал, да, что это Да, даже я... как бы мнение на основе как бы вот моих знакомых, да, к примеру, даже моего так круга общения, скажем так. Так, но мы заходим, то есть не забудьте взять квест сначала, потом заходите на через портал, и там, соответственно, берете квест на разрушение вышек. 100 вышек, не то что 100, не 100 вышек, а разрушаете вышки, и вам, Там цепи, вот да, эти вот. сдаете квестики. Сейчас вот смотрите, сколько будет людей. И напоминаю, у меня стоят одинаковые доспехи, в них у меня прорисовка, по-моему, 200 человек, это максимум.
выше просто в одинаковых не поставить. То есть вот 200 человек — это максимум ограничения игры. По-моему, 200 у тебя и сразу же прорисовалось. А ты сейчас увидишь, сколько будет еще людей. То есть вот сейчас начнется, да. Лискейт, камеру не двигай. Просто не подойти. Сейчас увидите, ребят, количество людей. Я пытаюсь даже квест взять только. Ну, блин, это не сражение получается, кто кого передавит просто. Итоге... А, берись, квестик, так, взял. Нет, ну в этом есть свой забавный шарм, и многим даже, наверное, понравится. Прикольно. Сегодня, как бы, я думаю, понедельник, я не знаю, когда у нас там пиковые онлайны, на самом деле, то ли выходные, то ли там будние дни. Ну, вот, как бы, смотрите количество людей. И люди только будут, как бы, подходить еще. То есть я там частенько бывает опаздываю на рассвет, например, захожу там не вот прям как мы сейчас зашли, да, там по таймеру буквально. Но вот смотри, у нас, к примеру, уже full rate набрался. И у каждой пользовательской фракции минимум full rate есть. А вот у Westside'ов, думаю, будет рейда где-то 2,5. То есть это еще 100-25 человек. У пейтувинов, предположим, рейда там 1,5-2, если будет, это еще почти сотка. Вот, и плюс запад и восток, и вот такая вот рассач будет, как бы, да, жесткая на самом деле. Ну, можем, традиционно, можем попробовать. Традиционно кто берет? Представить, получается, Росу побеждает? А, ну, на Росе же, как бы, свои особенности, не обязательно прям доминировать в PvP, чтобы победить в ивенте. То есть... Я бы не сказал, что прям стабильно кто-то постоянно забирает вот вышки и побеждает. То есть здесь уже вот смекалка конкретных там ситуаций лидеров, которые управляют рейдами. Какой сервак на данный момент сейчас самый лучший? Ну, да, немножко неправильно поставлен вопрос. Самая интересная игра на Луции, как сказали, потом Глен. То есть как бы каждый для себя решает, что ему интереснее и так далее и тому подобное. То есть вот ребята уже распределяются на точки, и поэтому я даже не могу как бы вам весь охват показать. То есть все, что у меня не прорисовывается, это, естественно, живые также люди, но я вот бегаю, и когда я сдвигаюсь, видите, начинает прорисовка идти людей вокруг меня. То есть на самом деле, как бы, ну, куда живее представить. Народу даже, ну, как бы вот, более чем предостаточно для фана, для масс-ПВП, для аренок, для мини-ПВП, вот, чтобы повозить там паки, кто-то будет эти паки отбирать, то есть, ну, вот, фана полно. И что мне нравится вообще в Arcage, хотя многие критикуют, наверное, за вот этот вот ивентовый характер, зато я знаю, что я там 8 часов зайду, и у меня будет полчаса нон-стоп масс-ПВП. Там, в 10 часов мы там пойдем, например, на спрутов, у нас будет морское ПВП, то есть... Мне как бы это вот комфортно, да, вот в таких вот условиях. Ну, мне кажется, мы просто вот все рассказали, все, что могли. Ну, вот смотри, про марафон. Красивый полет такой, куча народа, да, будет на глайдерах. Ну, наверное, на полете мы закончим, как бы. Ну да, сейчас вот давай вышки сломаем, люди увидят, как бы, квестик, как он заполняется, то есть за фулл разрушение вышек, сколько квестика сейчас будет сделано. Кстати, у меня довольно-таки неплохо сейчас все по... Тянет все. И да, я вижу, вполне красиво выглядит. Люди на глайдерах полетели на вышечку. Да, то есть круто. Нормально. Вот за одну вышку первую, да, мы сдаем сколько? Почти треть квеста. Так, 30, даже 40. 40 из 100. Но это в начале, да, потом там чуть поменьше, к примеру, у нас это выполняется. Блин, у меня вообще пока все летает, кстати. Да, ну, за сколько примерно, получается, можно росы выполнить, если вот прям так сложно рейдом? Играть. Ну, где-то вот там 4 точки еще, если мы снесем, то мы спокойно как бы квест сдадим. Но здесь вопрос, что сейчас будет жесткая конкуренция за эти точки, там будет масса ПВП, и вот не так уж и легко подловить нужную точку. Потому что много фракций, потому что большая конкуренция на Луции в этом плане. Вот, то есть вот уже смотри, сейчас ты увидишь буквально там через несколько секунд, как просто такая толпа... несется вот в нашу сторону, огроменная, там, еще там просто куча человек, замесище адский. Ну, в общем, как бы, я думаю, показали основные вот такие вот элементы, вот, ну и как бы на этом какие-то, может быть, дополнительные там завершающие моменты, пожелания. Да, мне кажется, мы все рассказали.
Если честно, мне, например, уже минут 10 вообще нечего тебе задавать. Практически какие-то уточняющие вопросы из чата задаю. Одно и то же. Какой у тебя ГС? Сколько стоит? Мне кажется, ты постоянно на эти вопросы отвечаешь. Они не сильно уже интересны. Поэтому, ну что, давай, наверное, заканчивать. Большое спасибо всем, кто смотрел. Участвуйте в большом марафоне по Аркейджу и обязательно ждите наши стримы с обновления 3.0 скорее. Там будут Хидео, Лискейт и будет Химера. Всем пока. Пока, ребят. До новых встреч и, думаю, скоро с вами увидимся.